всех приветствую. Всем я очень рад. Девушка одна моя знакомая с просьбой необычной обратилась. По ней я понял, что суетнул ее какой-то наш Russian турист и уехал в Россию. Сообщение я вам покажу. Пишет, как можно мне с России деньги получить. Вот сообщение-то. Ребят, вот сообщение от Мали. Видите, привет, как дела? Могу я задать тебе вопрос? И пишет, из России деньги мне прислать. Как мне нужно их получить? Ты знаешь, как получить деньги из России? Вот видите, вопрос мне такой задавала. На что я ей ответил, банки России сейчас все заблокированы. Собираюсь встретиться, ребят, с этой девушкой, с Мали. Вы уже в роликах у меня ее видели. Интерес особо я не проявил, но кто-то проявил необычный интерес. О, по бункерам. О, Шарон Мендин. Hi, I've been for you. Okay, na? One minute. Поэтому, ребят, собираюсь ей встретиться, объяснить ей схему, каким образом с России могут сюда поступать денежки. А то у них сейчас с парнем в этом плане препятствие образовалось, в котором я готов им помочь разобраться. Потом, ребят, я нашел вариант, он был рабочий и сейчас рабочий. VipChange называется, VipChanger. И вот написал, привет, как дела, фотку послал, что я в кафе. Пишу, я помогу тебе получить деньги из России. Она, что ты делаешь? Давай, говорю, встретимся, я покажу тебе, как получить деньги. Я говорю, сколько денег ты хочешь получить? Она пишет, я сегодня работаю. Я свободно буду только в понедельник, пишет. Я пишу, хорошо, увидимся в понедельник. Вот, ребят, несколько роликов у меня есть на канале, один из них... Малина рисовалась в гости, когда она ко мне на квартиру приходила. Вот видите, в бассейне плавала. Зайдете, посмотрите, кто недавно на канале появился, у меня несколько роликов с ней есть. Ну что же, смотрим. Загрузил, что же я здесь и когда на 14 дней 26 июня. 159 тысяч. Сегодня 183. Отлично. 11 дней отработали, 3 денька осталось. Тут покажу вам конечный результат. Вывел пока 116 тысяч на Kiwi кошелек. И буду дальше в дальнейшем выводить. Надо же бабло ж тратить начинать. Так что, если кого Валун Портал заинтересовал, ссылочка будет в описании под этим видео. Ребят, похоже, что Russian турист, который тут с Мали встречался, просто ей нассал в уши, что деньги ей пришлет, деньгами будет помогать. Видимо, объяснял причину изначально, что... проблема с Россией переправить деньги в Таиланд. А когда я Мали написал, приезжай, покажу тебе, как можно деньги получить с России сюда в Таиланд. Видимо, как я думаю, вот в течение вот этой недели она ему об этом сообщила, и все, и он тут же соскочил. Вот посмотрите, что уже в переписке она пишет. Я хочу помочь тебе получить деньги из России. Она пишет «не». И пишет. Он не хочет посылать деньги мне. Я, пишет, работаю каждый день. Я не знаю, когда остановлюсь, не буду работать. Я пишу «Окей». Я говорю, если он захочет послать деньги тебе,
я помогу тебе их получить. Спасибо, написала. Вот такой, ребят, расклад с Russian туристом. Кстати, это мы с ней в Лайне общаемся. У нее тут в Лайне есть две фотки с этим Russian туристом. Но показывать я вам их не буду, его позорить. Надеюсь, человек одумается и на самом деле пошлет ей денег.
девушка суп заказывать. Ну а чего? После работы угощу ее, как знаете, супчиком. Думаю, долго будете смеяться. Ну, суп это любит. Окей. Ребят, вот такой супчик ночной наружности. Она очень странно почему-то решила супчик взять с собой. Не захотела тут есть. Бары еще работают. Но я ее забрал пораньше. Не хочется ждать, пока закрытие будет. Поздно, спать самому хочется. Уже древний, как говно мамонта, вы же знаете об этом. Пошла за пивком. Я начну супчик есть. Динарай. Гудел. Но, Дени. О, сапай. Сапай? Сапай. Сапай. Алкоголь? А? Алкоголь? Алкоголь.